Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов. Прочитал я книгу. Читает Евгений Прасов-Брушковский. Прочитал я книгу о начале мира. Из монад, атомов, из частиц эфира автор все выводит. Божию поэму сжал в своих он рамах, уложил в систему. Языка природы сладостные звуки перевел усердно на язык науки. Через анализ тонкий все провел искусно. Хорошо, ни слова, хорошо, да грустно. И на книгу смотришь точно на могилу. Автор отвергает жизненную силу. И в его творенье, знаемом всесветно, точно этой силы вовсе незаметно. Читано по изданию сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 2. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества Товарищества Вольф. 1902 год.